Рядом со мной представитель призера нашей выставки за очень интересный продукт. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Мурат Кармов. Я представляю компанию «Русский мороз». Расскажите, пожалуйста, вы получили премию за копченые шампиньоны. Интересный продукт, и он был по достоинству оценен нашим жюри. Да, на самом деле продукты в нашей компании сейчас вот у нас новые начинают выходить. Это на самом деле задумка нашего руководителя, основателя Владимира Владимировича Мороза. Вот. И сейчас вот название, что это шампиньоны копченые, на самом деле, я когда впервые услышал, у меня в голове, у меня и до сих пор не укладывается, это грибы, которые копченые в неком фирменном маринаде. То есть вкус вообще невероятный просто. Я тоже про такое не слышал, но, видите, нашему жюри пришлось по вкусу. И человек с фамилией Мороз, конечно, должен заниматься грибами, настоящими русскими товарами. Это очень здорово. Расскажите, как вам выставка? Ну, выставка великолепна. Я здесь уже второй раз. Правда, в первый раз я был просто в качестве гостя, смотрел, потому что кушать люблю, ценю, как говорится, хоть это по мне не особо видно. Вот, знаете, я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность представить наш продукт на таком высоком международном уровне. И это на самом деле наша первая попытка выйти на международный рынок. Я думаю, что эта награда показала, что мы не зря здесь. Это главное — представить новый продукт, и мы специально держим паузу для того, чтобы люди... Потому что это копченые шампиньоны — это тоже, извините, не продукт, который мы знаем каждый день, и сразу успех. Давайте, очень хочется про новый. Да, новый — это колбаса из деликатесных видов рыбы. Из таких, как там семга, форель, то есть... Поэтому я думаю, что в следующем году мы снова с вами увидимся. С большим удовольствием и, надеюсь, тоже буду представлять как победителя нашей выставки. Спасибо вам большое и удачи в следующем году. Благодарю. Спасибо.